Сегодня. А? Сегодня. Вот такие вот поезда в Албании. Причем иногда непонятно, ездит этот поезд или нет. Мы поговорили с рабочими на вокзале, они говорят, дети все время бьют стекла. И поэтому во многих поездах у них нет стекол, даже которые ездят. Здесь вокзал, похоже, закрыт на ремонт, поэтому поезда поставили на время. Ну, их уже все расхерачили. Но куски не бафят. И тут я видел 17-го года панели. И раньше. Угарно, что на улице граффити вообще нету. За все пребывание, вот 3 дня я был в Албании, и сколько мы не ездили тут на машине, пока магазин искали, места присматривали. Я увидел только всего пару кусков. Ну, одни из них были от немцев. И еще какой-то кусок на скорости проехали, я не успел посмотреть, кто его сделал. Я не удивлюсь, если это тоже какой-нибудь турист. Как я понимаю, местных рисующих здесь особо нету. В этом плоту, в городе Шкодр, главная проблема — это собаки. Здесь на улице по ночам просто миллион собак. Начинается просто лютое гавканье, когда подходишь в спот. Мы вчера с 3 сторон в него пытались зайти, и все время на нас кидали стаи этих псов, и они начинали прямо люто гавкать. Кориками рэперскими на заставку его поставлю. Mortal Kombat. Как к местной граффити относится, не знаю, потому что его здесь нету. Но судя по количеству полиции. О, Tomcat. 2013 года висит. Ну вот. Ну, не знаю, по крайней мере, подписано 13. Если с 13 года висит, то уже 8 лет. Свет уже весь выгорел. А кусок все еще висит. Но
Короче, нормальных туристов, кто хорошо делает, тех особо не кроют. Ну, в принципе, это главная, наверное, проблема. Все, кто на поездах здесь рисует, здесь поезда все время в кусках. Их никто не бафит, поэтому приходится всем рисовать друг по другу. Это нормально в таких условиях. Ну, как бы ты не один, типа, если кто-то приехал, тоже, ну, пришел на расклад ночью, и там твои, ну, все в кусках, что ему делать, не рисовать теперь. Поэтому здесь перебивают частенько. Но я смотрю, нормальные, как бы, команды и нормальные куски не трогают, а перебивают другие. Хотя вот здесь кусок кто-то попортил, походу накинул и не сделал. Нормальный кусок был. Почему не сделал, непонятно, но не сделал. Сниму еще сюда вот эту сторону сразу отдельно, а не две, потом эту еще. Вообще круто выглядит, вот как в Сербии, что здесь, что в Македонии. Все поезда в кусках, их никто не бафит. И мимо едет, когда трафик, выглядит очень круто. Ну, в Сербии, я думаю, вы увидели, там вообще подземные станции, как метро, ну, несколько станций есть для электрички. И электричка вся в кусках, в фулкарах, просто едет как в метро. Выглядит мощно. По крайней мере, заряжает и вдохновляет. Магаз с краской находится, ну так, прилично идти, вроде недалеко от центра, но в какой-то полупромзоне. И это больше не магаз, а какой-то офис, где оформушники, походу, делают что-то на заказ. Там вообще очень маленький выбор. Хардкоры 94-ки, ну там есть, конечно, ультравайды, медмаксы. Есть MTN Colors, большие банки, но цены, что Chrome, что MTN Colors, что ультравайды, там больше 700-ок. Ну ладно, за MedMax 700-ок это еще нормальная цена, а вот за Chrome дороговато. Но есть такие банки с рэпером нарисованный X-Color. Они выходят где-то 280, наверное, рублей 250, 300, ну везде по-разному, в разных магазах. Chrome черный и голубой пишут вообще отлично. Кэпы подходят любые, но стандартный кэп, который стоит, пишет ничуть не хуже, чем фэт какой-нибудь или астрофэт. Как бы с фэта и с астрофэта, там на пол сантиметра, может, полоса будет шире, но она будет сильнее шуметь. А если со стандартного кэпа, который на нем стоит, рисовать, то пишет вообще беззвучно, мягко. И как бы хром такой прям светится. Поэтому мы решили не покупать здесь вот себе эту МТН от 800, а ну купили этот банок с рэпером. И, короче, будем дальше с ними двигаться. Потому что следующая Черногория, а там граффити-магазина вообще нет. Тут уже морочился, потыгали. Блоу немцы. Лютый урбан. Давайте я помотаю. Дай потегать. Я сейчас на стенке ты буду рисовать. Чем? Вот такой вот магаз. Банки, конечно, стоят недешево. Хардкоры 94 по 600 местных лейки, это на 0,7 рубля, 420 рублей за банку.
Мегаколор по 700. По-моему, золото тоже только по 700. Поэтому лучше брать местную, которую с рэпером дешевые. Мэд Макс по 750. Больше ничего нет. Ну и немного акриловых макеров. Пес не продается. На вокзале есть рабочие, помимо собак. Но тут сверху стоит просто машина их обычно. И они ночью уезжают около 12 часа. Ворота закрываются вокзалом. И на этой платформе можно делать все, что хочешь. Хоть шашлыки жарить, хоть Колтрейна рисовать. Поэтому, если будете в Кодере, то залетайте на вокзал. Пока он на ремонте, и поезда стоят. Ну вообще да. Да. Да, в Албании найти стрит — это большая редкость. Сколько не гуляло, не ездили здесь на машине, граффити есть только на поездах, потому что не батят и туристы. А так на улице видел вот парочку вот таких кусков небольших и один какой-то здоровый нормальный кусок. Ну и то, что сами сделали, но это было весьма тяжело. Электричку было легче нарисовать, чем стрит, потому что на улице очень много копов. Ночью они ездят без перерыва, все смотрят. И граффити здесь вообще нет, поэтому так было. Самый тяжелый стрит, наверное, за весь трип.